Здравствуйте, уважаемые пользователи мобильных устройств. Хочу познакомить вас с приложением, которое представляет собой строительный конструктор и калькулятор в одном флаконе. Тем из нас, кто собирается строить на своих земельных участках, это приложение поможет не только при выборе стройматериала, но и в процессе строительства, так как оно оперативно создает 3D-модель коробки дома. Что значит оперативно? Давайте за несколько минут создадим модель двухэтажного дома. Сначала выберем стройматериал. Пусть это будет паротерм. На панели мы видим его размеры. Если у конкретного поставщика они отличаются, можно их скорректировать. Теперь зададим размеры стен. Пусть наш дом будет 6 на 8 метров и 6 метров в высоту. Задаем высоту фундамента. Так как у нас дом двухэтажный, в настройках указываем этажность 2 и выбираем материал перекрытий. Применяем. Далее открываем 2D-редактор и размещаем на стенах проемы для окон и дверей. В окне редактора мы видим изображение торца перекрытия. Справа оставлено пространство для лестничного пролета. Выбираем фасад, тип проема, расположение. Выбираем следующий фасад. Также добавляем проемы. Размеры проемов для различных типов окон и дверей заданы стандартные, но так же, как в случае с размерами стройматериалов, вы можете их корректировать. Смотрим результат. Теперь осталось смоделировать крышу. Вальмовая, односкатная, двускатная, мансардная. Остановимся на мансардной крыше. Устанавливаем ширину, высоту мансарды, шаг стропил, высоту по коньку. Можем для наглядности включить визуализацию кровли. Модель коробки дома готова. Откроем результаты расчетов. В таблице мы видим расчет количеством и объем материала для стен и перекрытий, параметры проемов, длину арматуры для фундамента, вес дома, снеговую нагрузку, минимальную площадь подошвы фундамента, длину всех элементов конструкции крыши, площадь кровли и так далее. Мы можем сохранить результаты в CSV-файл, который открывается, например, программой Office Suite. Возвращаясь к теме оперативности, на готовой модели мы можем поменять стройматериал, крышу и посмотреть, как эти изменения отражаются на результатах расчетов, чтобы подкрепить свой выбор. Вот как, например, изменение материала для перекрытий влияет на их объем и вес. Остается добавить, что построенная вами модель сохраняется. Удачного вам строительства!